победителя нашего YouTube проекта «Башмонтаж» второй сезон. С его выигрышем компания «Рудис» заняла первое место и получает от нашей организации сертификат на 50 тысяч рублей. Я думаю, что помогло победить то, что мы показали непосредственно монтаж, а не его результаты, как, собственно, в условиях конкурса и было обозначено. И думаю, что следующим участникам как раз это поможет победить тоже. Показывайте монтаж, не стесняйтесь, делайте хорошо. Это путь к успеху. Ну, нужно использовать качественные материалы монтажа. Что касается непосредственно, наверное, самого участия, это то, что лучше все-таки продумывать заранее сюжет, то, что ты хочешь показать. Потому что если вот показывать просто вот все подряд, получится как бы некое видео, которое без смысла. То есть здесь так, здесь так, здесь так. То есть имеет смысл сразу придумать, что зачем идет, и, соответственно, составить из этого небольшой план, соответственно, снимать. Части, безусловно, понравилось. Это позитивный опыт, в частности, для нас, ну, даже без там всяких поощрительных премии и прочее. Опыт для нас, мы поняли, что нам нужно обязательно снимать каждый свой объект. Вы знаете, нет. Оно, как для нас, было единственным, что мы ставим на серьезных объектах. Так и мы даже клиентов, которые сейчас, которым раньше мы предлагали более бюджетные варианты, там, не знаю, Hikvision или Hi-Watch, все равно склоняем к Rossiru, поскольку это, ну, наиболее в данный момент, по нашему мнению, система, которая отвечает всем вот возможным потребностям, которые может у человека возникнуть.